Елена Данилина – постоянный волонтер Победы. В этом году она снова подает заявку, чтобы помогать 9 мая на площади Куйбышева. А в 2015 году Елена удостоилась чести представлять самарских волонтеров на главном параде страны в Москве. Это незабываемое впечатление, об этом я буду рассказывать своим детям, внукам. Эту мощь нужно испытать только на себе. И очень здорово, что вот такая возможность отправиться на Красную площадь в Москву, на военно-морской парад в Севастополь. Есть у каждого. Стать волонтером Победы может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно заполнить заявку на сайте волонтерыпобеды.рф. Поехать в Москву или Севастополь от региона смогут 5 человек, а вот в Самаре на параде будут работать 500 добровольцев. 200 человек будут помогать ветеранам на трибунах, на КПП, а остальные будут сопровождать бессмертный полк. Традиционно с волонтерами мы обязательно проводим общее собрание и рекрутинг. На общем собрании мы рассказываем, как, что и почему нужно будет делать. И проводим дальше рекрутинг с волонтерами, чтобы понять, на какой позиции он сможет быть. Прием заявок продолжится до середины апреля, а к 1 мая будет сформирован полный список волонтеров, которые помогут в проведении Парада Победы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.